Первые декреты и постановления советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания стала активно развиваться. К бытовым услугам мы относим все те службы, которые создают уют и удобство нашей жизни. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в наших жилищах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки, скверы, улицы, дороги, дворы и подъезды. Я работаю оператором в газовой котельной. А котельная находится в поселке Горки-Ленинские Ленинского района. Работаю я в этой котельной с 1988 года. Желаю всем здоровья, желаю всем настроения веселого, хорошего, зарплаты, конечно. Неоднократно Ленинский район отмечался Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области как один из лучших по подготовке к отопительному периоду. В 2014 году МУП, управляющая компания ЖКХ района, заняла третье место в регионе по рейтингу управляющих компаний. Сельское поселение Развилковское – третье место в конкурсе «Самое благоустроенное сельское поселение Московской области». Я от всей души поздравляю всех работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства с их профессиональным праздником. Мы вместе с вами все делаем наши населенные пункты комфортней и уютней. И я уверен в том, что с каждым годом каждый наш населенный пункт преобразится и похорошеет. И все это при вашем непосредственном участии. Мира вам и благополучия, здоровья и хорошего настроения. С праздником! В этот день 39 лучшим работникам предприятия ЖКХ и бытового обслуживания за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм были вручены районные областные награды. Особые слова благодарности за вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района прозвучали в адрес почетных гостей праздника – ветеранов труда. Некоторые из них проработали в отрасли более 40 лет. Завершилось торжественное мероприятие концертной программы с участием творческих коллективов района. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».